поделись, пожалуйста, своими впечатлениями от нашей программы. Это было, наверное, неожиданно для меня, но в итоге это стало очень приятной неожиданностью и очень продуктивной неожиданностью. Природа Северного Кавказа, Эльбруса и всех тех мест, которые мы посетили, она уникальна и она спиритуальна. Что ты можешь пожелать нашим участницам, это те, которые были с нами в туре? Чтобы мы тот заряд энергии, который здесь получили, сохранили как можно дольше, и вот это настроение, которое мы отсюда увезем, несомненно, чтобы оно как можно дольше оставалось с нами. Всех всегда ждут при Эльбрусе.